такая чистая, гладкая. Да. Привет.可俊了，我给发个这个。嗯。好大。Они тоже ездовые. Только они тяжелый груз, а это легкий груз. Не хаски, да? Как с одной группы, с одного семейства. Это маламут. Маламут. Аляскинский маламут. А почему здесь еще эти коробки? У него? У него длинный, он немножко длинный еще, а так сейчас наберет, у него тут. Он же набирает, да, сейчас уже? Или он еще линяет. Ну вот я еще немножко вижу, что. А то помню, он такой пышный. И то он линяет, что-то не долиняет. Тебе очень долго линяет. Они вот по амину. Сильно нет, слушай. Девочка. Видишь, она боится. Не, не боится она. Она сама играет. Она наоборот. Не бойся. Эй, там. Арго. Мими. Нет. Мы на марте. Это лицо, это чёрт. Мими. 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 О, большая стала. Что ж такое здесь? Вот она гиперактивный ребенок, а? Потемнело, да, на еще? Это тогда другая вообще была. Сейчас она хоть чуть-чуть поправилась. Она кусается! Уже нормальные. Она потому что подросла уже. Ну, голубоглазка. Она кусается, Милана. Она не кусается. Она меня только за голову. Чего вы поздно пришли? А раньше. Это Женя, Лена, Гульзара. Очень приятно. У меня тоже две хаски. Куда, куда, куда? Давай! Убей ее! Этому Аргольску не дали ничего. Ничего не дали? Спасительный, да? Вон овчарки сегодня вообще-то побеждают. Эми. Хотя нет, по-разному работает. Нет у нее? Нормально. Девочка. Этот, в октябре будет выставка. Просто вне ринга два раза делаешь. Ага. Потом заявление пишешь, и с нулем у него документ можно делать. Два раза нужно выставить. А ничего, я себя сколько оставляю? Будет? А? Сколько будет? Ну, допустим, за выставку сколько щенки? 1200, да? Полторы щенки. Да, 1200 щенки, по-моему. Бэбики. Но она щенок, вернее. Она же маленькая. Да. Чем-то будет. 1200. Уже жить.
Если взрослый, ты 1500, а тебе 1200. Мы договорились. Нет, вообще, это поздно тоже. Да дай меня на шейке. А если вовремя, на литр ты уже еще не поздно. А, ты туда, я думала, ты на шейке. Эми. А, ну да, тогда. Да, и плюс выставлять хэн, но у нас с ней заниматься, я в принципе сама могу. Сама можешь что-то. Тем более я...